Девочки, всем привет, мои хорошие! Сегодня с вами будем делать маску очень вкусную для наших губ. Девочки, ну сейчас зима, да и летом тоже губы сохнут. И вы прекрасно знаете, что морщины на губах, губы сохнут или обветривают, и получается морщинки. И когда мы красим губы, хоть блеском, хоть губнушечкой, и туда затекает губнушка, блеск для губ в наши морщинки, получается, конечно, очень некрасиво. А сегодня я вас научу, как наши губки восстановить, сделать кожу на губах нежную, красивую. Есть такая очень одна хорошая масочка. И для этой маски нам понадобятся такие продукты, которые всегда есть, ну, я думаю, в любом доме. Что нам для этого нужно, девочки? Для этого нам с вами нужно взять, я уже здесь вот немножечко размешала, пол чайной ложечки творога. Прям пол чайной ложечки достаточно. Пол чайной ложечки сметанки и пол чайной ложечки меда. И все это, девочки, хорошо размешиваем. Вот какая вкуснота у нас сейчас будет на наших губах, если мы удержимся и ее не слижем и не съедим. Ну, я надеюсь, девочки. А потом, кстати, можно слезать и съесть. Вот. Прекрасная маска, но еще раз хочу, девочки, напомнить, у кого на мед аллергия, можно эту масочку заменить просто яичным белком. То есть вот эту масочку не надо делать, а просто взяли белок яичный, немножечко взбултыхали, взбили, так скажем, и на наши губки нанесли. Тоже очень хорошо. Вот для наших губ. Вот эту масочку, девочки, делать, ну, желательно каждый день. Это неплохо. У кого прям губы в плачевном состоянии. Вот у меня, я считаю, почему я и стала делать. Девчонки, ну, прям что-то вообще, прям что-то как-то обветрило. Прям у меня сильно, так скажем. Вот. Вот, хорошо, хорошо, девочки, прям перемешиваем мед. То есть вы поняли, все в равных пропорциях. Творог, мед и сметанка. Вот это для наших губ. Как наносить, девочки? Ну, обыкновенно кисточкой, можно диском ватным нанести. Наносим и оставляем минут на 15. Наносится очень хорошо, прям. Хорошо, спокойно. Вот и все. Держим 15, да можно и 30 минут, ничего страшного. Вот так. А потом мед, творог и сметанку облизали. И все, девочки. И сами увидите, губки будут, ну, просто прекрасно. А сколько эту не удерживаю, слизываю маску. Ну, я сейчас, девочки, вот это все сделаю. С вами попрощаюсь и нанесу свою вкусную маску. Ну, вот, девочки, все, что я вам хотела рассказать, показать. Сделайте такую маску. Ну, маску, девочки... Ну, в течение месяца, да даже 2 недели достаточно будет делать эту маску каждый день, и вы увидите, как ваши губки будут сочные, красивые. И приятно будет и улыбаться, и накрасить такие губки. Попробуйте, девочки, вот такую масочку. Ну, вот все, мои хорошие, что я вам сегодня хотела рассказать. Показать,
Девочки, кто новенький, девочки, подписывайтесь на мой канал, будем дружить, жмите на колокольчик, чтобы мои новые видео к вам ко всем приходили. Ну вот, девочки, до новых встреч, мои хорошие! Люблю вас всех, девчулечки, мои красотулечки, пока! До новых встреч!